сейчас мы продемонстрируем отработку команды ко мне. Порода сибирская хаски, возраст 5 месяцев, кличка Грота. На первом этапе зарядите такой подсумочек, туда наложите лакомство, и все команды подкрепляем лакомство. По команде ко мне собака должна подбежать и сесть напротив вас. Дальше место. Гуляй. По команде гуляй, собака должна гулять. В это можно, время можно поиграть щенком, заодно подготовиться к очередной отработке команды ко мне. Команда ко мне – это сложная дуальная команда. На первом этапе отрабатывайте в мёдных местах, без посторонних раздражителей. И обязательно на первом этапе эту команду подкрепляем лакомством. Лакомство служит поощрением собаки за правильно выполненную команду. По команде ко мне собака должна подбежать и сесть напротив вас. Сегодня мы наше видео снимаем с нашими моделями-котиками. Котики являются сильнейшими раздражителями для собак. В нашей школе это фишка. Ко мне. По команде ко мне собака должна подбежать и сесть напротив вас. Хорошо, ко мне. Повторили команду, огладили, дали лакомство. Гуляй. Ко мне. Хорошо, ко мне. Гуляй. Красавица. Ко мне. Хорошо, ко мне. Повторили команду, огладили, дали лакомство. Хорошо, рядом. Рядом. Хорошо, рядом. Рядом. Хорошо, рядом. Рядом. Хорошо. Рядом. Хорошо. На первом этапе отработайте команду рядом. Команда рядом дисциплинирует собаку. По команде рядом собака должна находиться с левой стороны. При остановке сесть с левой стороны. Команда рядом подается при начале движения, поворотах, остановках, разворотах подается команда рядом. То есть недельку-две поводите собачку на поводочке, отработайте команду рядом. Затем основные остальные команды будете подключать по этапу. Хорошо, рядом. 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 Хорошо, рядом. Рядом. Хорошо, рядом. Рядом. Место. То есть это мы вам продемонстрировали отработку команды ко мне. Порода сибирская хаска, возраст 5 месяцев, кличка Грета, свою работу окончила.